Давайте зайдем в фамилию. Я не пойду вот где продают эти одежки. Он у меня за углом мой магазин, но вот я сюда вообще не хожу. Не хожу. Вообще не понимаю, что здесь могут покупать. Я здесь купила подушку за 1000 рублей. Во-первых, ее еле донесла. Во-вторых, шовская она. Я с ней борюсь всю ночь. А 321 рубль какая-то. И чисто, знаете, пробегусь вот так. Меня, во-первых, наверное, сейчас арестуют. Ну, что-то люди здесь покупают. Прям по многу. Корзины целые выходные дни. Не знаю, я не умею в таких магазинах рыться, копаться. Какие-то боксы. А, сковородочки. Я без очков. 1519. Ах, очки не взяла. Ну ладно, фамилия. Это что? 1599. Вот такая. В общем, ребята, я без очков. Ничего вам не покажу, дочь. Извините. Красота, красота. Кружки 369 рублей. Такая. Ну, в Галамарте тоже было вчера красиво, да? Так, мне бы свое ведро. Вот у Ирины Владимировны такие бокалы. Здесь он стоит 599 рублей. Или, по-моему, вот такой. Кстати, у нас в дорогих загородных ресторанах тоже такие. Ну, вот, всякие нерпята. Была бы молодая, бы эту руку купила для колец. Но сейчас она мне никак не нужна, лишнюю пылюку. Ну, что-то вот на подарки. Я вообще лошадей коллекционирую. У меня маленькая есть осталась. Так, на обувь. Ну, вот обувь. Ну, что это за обувь? Подобие казаков, что ли? На самом деле, они тут наценили на пару тысяч. Вот эти 1399. Какой-то дермантин, наверное. Так, давайте что-нибудь посмотрим. Вот эти башмачки, носочки, я не понимаю. Кажется, голеностоп, когда не держится, это очень плохо. Ну вот что можно здесь купить? Ну вот что. А люди находят. О, какие блестящие. Я бы такие купила, но они тяжелые. Ходить мне танцевать на Невский, на Дворцовую ночью. Блестело бы все. Ну вот, эти расклешенные каблуки. Но они, кстати, на самом деле в Европе их носят. Ну, у нас покупают. Они, наверное, удобные. Сколько стоит? 1749. Ну, это же резиновольные. Ну, кроссовки. Легкие, тряпочные, резиновые. Нельзя такие носить. Сколько они стоят? Вот, пожалуйста. 3200. Моя рука. 3239. Говно пирога, извините, выражение у нас такое в Питере. Загуглите, забавное, сама его не так давно узнала. Ну, пожалуйста, модельный. Так, что еще? Ну, вот так вот. Не хотите ли? Мягонькие какие. 499. Покупают люди. Покупают люди. Я ничего здесь... Знаете, бывают девчонки наши же приходят, что-то нашли. Я сейчас люблю, знаете, вот такую обувь. Ой, какая она тяжелая. Нет, такую не хочу, даже даром. Ну, она и стоит 1399. Цена определяет качество. Вот эти бубоньки тоже тяжелые. Модель вот хорошая, да? Вот эти бубоньки. А чего они стоят? 6299. Ну вот что мне нравится, так вот. Ну, прилично. Но все равно их за 6
можно найти другие какие-нибудь более. Ну, вот может быть общий вид и ничего, но все тяжеленно. Такое не люблю. Так, цена. Вот на это они 5,399. На то, что такое более-менее 3,239. О, боже мой. Кто-то купит и будет рад. 2,99. Ну, сносу им на самом деле не будет, но это такой дермантин. Откровенные. Вот, я люблю вот такие 2,99. Но это тоже не кожа, а модель моя. Люблю по типу мужских, чтобы было удобно. И чтобы мягко было. Такие бобоньки. Короче, ребята, вот вам и фамилия. Ой, когда-то я увлекалась. Да я бы и сейчас носила с удовольствием лаковую обувь. Очень много носила замшу и лак. В Питере замшу носить нельзя. Что-то я без очков совсем... Не вижу, какая тут... А, 1,399. Лак что-то мне не встречается. Да, я не хожу. Кстати, мне кроссовки надо. 4,999. Это эти мокасины. Ну, мягкие. 4,999. Ну, подушка для меня очень тонкая и скользкая. Даже на асфальте могу поскользнуться. Ну, то, кстати, знаете, на первый взгляд такое смешное что-то, да? А когда одевают, у меня дочь, кстати, любит всякую такую фигнюшку. 1,479. И как-то на ее стройных ножках это смотрится. Хотя у меня ноги при моей верхней части туловища чересчур стройные. Вау, какие. Вау, какие. Слушайте, на ощупь очень приятные. Какой-то зам... Подождите, сейчас им тут порушу. Меня еще сейчас заставят отрабатывать. Сколько стоит? Ты вон, смотри, какой замок сзади. Я когда-то модничала, так любила. О, всякую интересную. 7,499. Ну, вот, пожалуйста. Приятно. Ну, носами острыми. У меня, кстати, лежат ни разу не одеванные. Я любила раньше впрок из Китая привезти. Вот хорошенькие босоножечки, но это ж каблучок мне уже никогда такой не одеть. 8,769. Ну, потому что они хорошенькие. Что там говорить-то? Какие замечательные. Любила так, увлекалась обувью. Могла купить себе на раз, чтобы в ресторан сгонять. Какие-то очень интересные, которые уже второй раз у меня здесь. Что-то была модница. Ой, ботинки такие надежные, но сильно блестящие. И что-то сильно дешевые, 1,749. Так, друзья, вы знаете, как ни странно, я все, вот блестящее мне все нравится. Ну, то есть, когда на погулять пойти, да? Ну, это слишком. О, какие, смотрите-ка, я уверена, что они легкие. Примадонна. Ну да, легкие. И стоят они, что тут сколько? 1,399. Фигня, значит, какая-то. Так, друзья, все, я пошла. Смотрите, какой магазин здесь. Черт, в ступе можно купить. Ну, вон какие бобоньки симпатичные, да? Вот эти симпатичные, но только я через парк хожу. 2,099. Слушайте, вообще огнище. Смотрите, какие. Видно вам, что я сама-то любуюсь. Огнище. Ну, мне это... Я буду ходить вечно грязная. Но это вообще такая колодка. Ну, вообще прелесть. Прелесть. Ну, так как у меня ножки уже не терпят асфальтовые дорожки, я стараюсь ходить по земельке. И вот этого вечно у меня башмаки грязные. Тяжелое не хочу. Нет, здесь я себе ничего никогда не куплю. Ну, вон, пожалуйста. Вот такие тоже выкинула. Они лежали. У меня пары 4 было. Это отдельная история. 1,709 в итальянском магазине еще в Иркутске была распродажа. Мне приятельница говорит, перетень, как распродажа башмаков накупим. Сколько брать? Она говорит, много. Ну, я 100 тысяч взяла. Ну, и купила там, короче, 1,020. Несколько пар. И дочери. И в результате ни дочь не носила, ни я. Друзья, все, прощаюсь. Все, до свидания. До свидания. Посмотрите фильм, который я рекомендую в коротком видео. «Отец солдата, отдохнете». Ну как, не отдохнете, конечно. Он глубокий фильм. До свидания. Надо мое ведро найти. Где у меня ведро-то мое?
стоит оранжевый, все люблю это оранжевый цвет, кто в торговле, шторки, пуфики, должно быть все оранжевое или желтое, цвет богатства.